Одним из ярких моментов нашего путешествия был четвертый день на Аральском море. Рассвет и потрясающие фотосессии. Да. Справа посмотри, кто-то цветы, да, желтые. Кто-то цветы смотрит, кто-то цветы, цветы желтые. А мы тут припёрся. Мы покидаем место основного нашего назначения. Мы покидаем Аральское море. Впереди виднеется клуба пыли и машина, за которой мы следуем далее. А проверь, да? Что мы туда поехали, надо
second chance with my heart awaiting. Короче, вода вытекает, вот там рыбные угодья или что-то справа, скорее всего. И рыба вытекает, и они ее сразу хватают здесь. Вот рыбное место, когда говорят, это вот здесь. Там вот прыгает эта рыба? Да, она прям внизу прыгает вся, да. Да, здесь все красиво, ну и цвет такой интересный. И такие птички что-то интересные такие. Кстати, по-моему, первый раз вижу, не, как... Не, Вов, если едем на судочек, то поехали. Здесь не, не я первый раз, по-моему, вижу, как этот, вот так они вниз так вот. И рыбу ловят, да. Раньше я думала, что Муйнак – это засушливое пустынное место. Но отъехав немного дальше, мы обнаружили множество озер с рыбой и обилием птиц. Далее наш путь лежит к озеру Судочему с другой стороны. Сегодня вы увидите потрясающий закат среди воды, среди обилия птиц, в, казалось бы, совершенно пустынном месте. Does it for me? It's so sweet knowing that you love me. Какая красота вообще! А это походу делают резко, да? Вот кто там, смотрите, да. Куча на куче, кто такие? Птиц. Иногда за кадром происходят экстремальные моменты, когда не удается взять камеру в руки. Так же произошло и на озере Седочин. Здесь кругом болотистая местность. Мы подъехали слишком близко к воде, и машина начала вязнуть. Это все, конечно же, не попало в кадр. Ситуация была очень экстремальная, напряженная. Мы со всей силой, со всей скоростью рвали саксаул, подкладывали под колеса и, слава богу, сумели выбраться. Зато впечатления остались на всю жизнь.